Кукушка – наикрутейший аферист в истории животного мира. Мы с детства знаем, что эти птички подкладывают яйца в чужие гнезда. Но как кукушка выбирает приемных родителей? Ведь ими являются около 300 видов птиц. Существуют целые экологические расы кукушек. Каждая из них несет яйца, максимально похожие на яйца птиц, которых мамаша планирует эксплуатировать. То есть при выборе будущих родителей для своего чада главный критерий – цвет кладки. В каждой из данных кладок есть яйцо кукушки. А теперь догадайтесь, где оно? Кстати, вряд ли кукушку можно назвать никудышней матерью. Она довольно тщательно выбирает, кому доверить воспитание своих детенышей. В период размножения самцы распевают задорные песни, а вот самки сразу же приступают к поиску приемных родителей для своего чада. Наиболее благоприятный для кукушки вариант – обнаружить пару в момент постройки гнезда. Самка способна часами неподвижно сидеть в засаде, наблюдая за гнездящимися птицами. И как только она определит место кладки, ее организм тут же запускает механизм формирования яйца. Кукушка улетает во свояси и появляется вновь на том же месте, когда сформированное яйцо готово к откладке. Подкладывать его в чужое гнездо помогает самец. Он, изображая из себя ястреба, пугает будущих приемных родителей, и птицы разлетаются кто куда. Кукушке же этого только и надо. Она бросается к чужому жилищу. В гнезде своей жертвы эта шустрая дама проводит всего 10-15 секунд. И за это короткое время успевает не только снести собственное яйцо, но и забрать одно хозяйское, то есть совершить подмену. Хозяйское яйцо она выбрасывает или уносит с собой в клюве. Если все прошло успешно, то несчастные родители не замечают подмены. Более того, птахи и не подозревают, что случится с их собственным потомством. Кукушата со своими сводными братьями и сестрами долго не церемонятся. За 14 дней они вымахивают в 3 раза больше хозяйских птенцов, подминают под себя монополию насекомых, поступающих на рынок, и без зазрения совести выталкивают всех птенцов из гнезда. А если яйцо было подложено в начале насиживания, то кукушонок вылупляется на несколько дней раньше, чем остальные птенцы, и это обстоятельство дает ему еще большее преимущество в борьбе за выживание. Кукушонок методично выталкивает остальные яйца через край гнезда и довольно быстро становится единственным ребенком в семье. Но как заставить приемных родителей носить подкидышу еду? Для этого подкидыш использует тактику наших человеческих детей. Он истошно вопит. Кукушонок своей маленькой глоткой имитирует адский, близкий к ультразвуку голос выводка – птенцовый позыв. Маленький засланец пользуется инстинктами родителей и по итогу вымахивает в несколько раз больше своих воспитателей, которые кормят птенца кукушки дольше, чем кормили бы собственных птенцов. Но, несмотря на это, кукушки – одни из самых полезных птиц. Кукушка – птица насекомоядная и очень прожорливая, а главное, она поедает таких гусениц, которых кроме нее и иволги не едят другие птицы. Считается, что уничтожение кукушками большого количества насекомых – это один из самых важных факторов защиты лесной экосистемы и обеспечения ее баланса. Поэтому кукушки – это не вредные птицы, а скорее полезные, несмотря на особенность выращивания птенцов. Кстати, большинство кукушек выводят птенцов самостоятельно. И только кукушка обыкновенная подкладывает яйца в чужие гнезда. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.